Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Amnesia Rebirth, перерождение. Нам предстоит дальше продолжить путешествовать, судя по всему, по пещере. Ну, спички у нас есть. Две штуки аж целых. Что такое? Ну... Пошли. Подожди, а мы туда вышли? Мне кажется, нет. Терпеть не могу, когда ничего не видно. Успокойся, Тесси. Так будет. Так в игре задумано. Понимаешь? Тихо. Не надо бояться. Ну-ка. А где? Хоть что-то, что можно зажечь. Огонь там, это не огонь, вернее, это как они называются? Факелы эти или что это? Тихо, спокойно. Тасси, спокойно. Мы вроде как пришли куда нужно, что ли? А больше здесь ничего зажечь не надо? Ёлы-палы. Если много двигаться со спичкой в руке, она погаснет. Замечательно. У нас одна спичка. И есть огонь. Ладно, пошли, Тасси. Тихо. Я вообще... Мы прошли? Мы прошли. Только куда? Ага. Ну-ка. Вот так. Тасси, спокойно, огонь есть впереди. Как задумано, что ли? Видимо, да. Да, так задумано. Так, давайте, давайте. Сопротивляюсь, я сопротивляюсь. Я просто не знаю, как их надо нажимать. Что-то не так с глазами. Что это такое? Что со мной такое? Так, и... Нам надо ползти вперед, что ли? А, я уже... Я что-то зеленое вижу. Наверное, это свет. Я надеюсь на это. Давай, Тасси. Это что такое? Понял я. Так задумано? Сложная конструкция для меня. Какого черта со мной творится? И? Типа она постарела, а теперь не постарела? Я же была не... Как я сюда попала? Что я сделала? Слушайте, мне это знаете, что напоминает? Я не чувствую боли, она совсем прошла. Это мне напоминает Blair Witch чем-то. Вот серьезно. Это что? Прям в те... Нет, подожди. Давай вот сюда сейчас сходим. Посмотрим, что здесь. Здесь вообще что-то есть. Здесь, наверное, тупик. Ну-ка. Да, здесь тупик. Выход, вернее, пока направление только одно у нас. Хорошо. Одно так одно. Я просто не хочу спичку эту жечь. Она одна. Хрен его знает, что там впереди нас ждет.
Я пока не до конца понял все активности игры, все механики, какие есть, поэтому нафиг не хочу рисковать. Но я нажал LS. Что это такое? Что это? И эта штука на запястье. Она как живая. Это компас, что ли? Это мое? Я не помню. Нажмите R, чтобы достать или убрать амулет. А что он дает? Хорошо. Смысл в чем его? Он предупреждает об опасности или что? Вот я достал амулет. Направление движения он нам показывает. Замечательно. Нам нужно вот в эту дырку залезть, да? Если бы он еще показывал, как, цены по-моему не было. Он уже не показывает, как. А это что? Или мы отсюда пришли? Нет, пришли мы вот отсюда, по-моему. Да, пришли мы вот отсюда, оттуда и. Ну-ка. Идем. Или отсюда? Я что-то уже запутался, погоди-ка. Я уже запутался. Да, мы спустились. Вот. Так, шли. Стоп, где? Где? А, вот. Вот здесь присели. И пришли, все. Здесь больше никакого другого пути нету, что ли? Получается, что нет. Что это такое? Нет, это все замечательно. Что мне со всем этим делать? Что это? Убери-ка его. Вот. Ну и... Что это? Вода кинуть надо. Я не понимаю, что это такое. Так. Там что-то живое, что ли? Давай разберем эту кладку. Да чё нам этот амулет? Ну я вижу направление, да. А она цепляется за что-нибудь? Нет, вроде не цепляется. Ладно, давайте зажжем спичку, а что делать? Потому что я, например, мало чего понимаю с того, что здесь надо сделать. Так, ну отсюда я пришел же, правильно? Во, да. Я прям вообще божу. Камни. И чё? Что со всем этим делать-то надо? Может, надо как-то вход сюда открыть? Ну, давай, почистим. Ну-ка. А, вот. Что? Добро пожаловать. Да, Таси. Хрен пойми куда. Что это такое? Мне это не нравится. Таси, мне тоже. Свет. Тихо.
что это? Ага. Зажечь надо. А спичек-то нема. А ну пойдем посмотрим, здесь они есть? Открывается, да. А здесь что? Это мы отсюда зашли. Здесь больше ничего нету. А, это вот... Так, да, ничего. Вроде как. Ладно, хорошо. Ну что, золото мое, пошли. Путешествие. Хэнк, ну что, как дела? Господи, как я могла его бросить? Да, понимаю, все, что он говорил, кажется логичным, но это просто какой-то гребаный бред самопожертвованием. Слушай, я знаю Салима, и знаю тебя, знаю, на что вы способны. У него получится, а ты вернешься к нему, даже если на пути встанут все силы зла. Мне дико страшно, Хэнк. Знаю. Ну пошли. Свет есть. Записочки, что-нибудь? Пока ничего. Куда-то перешли в другую локацию. Судя по всему. Салим поет «Баю-бай, ты не плачь». Глазки крепко закрывает. То есть у нас есть амулет, с помощью которого мы какие-то стены расширяем. Папа рядом, так и знай. Спи спокойно, Элис. Но спи спокойно как-то очень похоронно прозвучало. Да? Ты же согласен со мной? I want to have... Свет. Хорошо. И куда мы вышли? Факелы, тут кто-то был. Ау, кто-нибудь? Что? Я уж думал, рычаг какой нажать после Tomb Raider. Что-нибудь, как-нибудь. Читаем. Что это? Я встретился с ними в парке сегодня днем после разговора с директором фабрики Динара. Момент гордости. А, научилась считать до трех с помощью кубиков. Верно, научилась. Она показывала мне тогда в парке. Так, подожди-ка. Ну это подожди пока. Что это за место? Как странно. Это что? Может быть... Да убери ты это. Вот так, две спички, хорошо. У нас есть две спички. Еще давайте осмотримся, может еще две найдем. Это мы читали. Здесь... Че? Почему ты не поднималась? Ну мы отсюда спустились, насколько я помню, да? Нет. Мы здесь не были. Че? Что это? Я не понял. Куда я провалился? Такого вообще в моих планах не было. Что это? Кто? Что за странный уровень? Я собирался туда вообще-то пролезть. Вот первую дырку, которую открыл изначально. А это что? Здесь. Да пойдем сюда. Можем пройти? Можем.
Это что? Где ради всего святого? Вот это да. Это же не взаправду. Может, я сюда бы и попал? Если бы даже пошел в ту первую дырку, которую открыл. А здесь что? Что это за звуки? Ну-ка. Все? А, нет. Вот так. Нажмите ЛБ, чтобы бросить находящийся в руках предмет. А, то есть, когда я беру, я тогда его и бросаю, да? Вот, например. Ну что, я бросил его? Вот поднимаю я этот предмет. Ну, давай. Нажимаю, и ни хрена. Не бросается он. Не знаю, может, я что-то не так делаю. Куда-то пока идем. Куда вообще понятия не имею. Черт, надо было осторожней. Надо было, Таси, надо было. Ну что ж, как кинули. Как кинули. Идем к какому-то пугалу. Идолу. Что это? Ну-ка. Такие же светильники. Мой браслет снова светится. Это что? Никакого продвижения. Время ничего не меняет. Свет не движется по небу, не становится ярче, не тускнеет. Но время все же идет. Во рту пересохло, я чувствую голодные спазмы. В своих записях Вейер предполагал нестабильный ход времени на стыках между мирами. За один шаг можно перенестись в другой год, но тело останется прежним. Или наоборот, тело может измениться, а время в окружающем мире будет стоять на месте. Это и происходит? Ведь этот мир застыл в момент своего уничтожения. Но как это проверить? Да и что изменится, если узнать ответ? Я уже и не пытаюсь отыскать портал. Мне кажется, прогнозы Вейера можно использовать в отношении хрупкости материи между мирами, если только удастся вывести из них схему. Боже, как сложно все. Так. Напоминание. Записки, 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 записки. А. Подожди, оно что, не двигается вперед? Я хочу... Кассандра, открытка пещеры. Так. График. Вот он, график. Итак, то Вейер. Как его? Вейер. Как его звали? Вейер. Ясмин, Джеймс, Рэйчел. Так его нет среди экипажа, что ли? Нихера, тогда не понимаю я, кто это. Может, что упустил? Может быть. Ну, хорошо, допустим, мы пришли. И что дальше? А, вот так? Вот так, это было ожидаемо. Прям вообще. Да. Что ты съедешь откуда-нибудь? Боже мой. Между какими-то разными мирами. Хрен поймешь. О чем идет речь? Пока. Ну да ладно. Ну пока, наверное, давай сюда пойдем. Это что здесь? Что это за чувак? Чё мертвые? Это крах, пути назад нет, идти некуда. Поиски портала ни к чему меня не привели. Мне удалось выявить самые слабые точки при помощи расчетов Леви, но просвет без амулета странника образовать не выходит. Я не внал предостережением Бренненбурга, но какой у меня был выбор? Тень учуяла шар. Мне пришлось рискнуть всем и шагнуть в портал. Ни воды, ни других средств к существованию. Долго я не протяну, но если вы читатель, путник из неведомого мне мира, понимаете язык тех, что зовутся людьми и заселяют мир Земля, и можете изъясняться с ним, сообщите им следующее.
Это я первым разгадал тайну строителей врат. Я первый человек, преодолевший границу между мирами. Я профессор Тёрстон Алоизи Герберт из Кембриджа. Англия был первым. Тёрстон Алоизи... Да простит меня Всевышний. Тёрстон Алоизи Герберт. Открыл что-то там между мирами. Это что? В развалинах скользят тени мертвых. Раньше здесь жили люди. Или подобные им. Возможно, это все же был Зерзура, Эдем или другая колыбель человечества. Но теперь все здесь лежит в руинах, чем они раньше не были. Чем бы они раньше не были. Это должно быть прежние строители врат. Но что могло вызвать такие разрушения? Даже сама тень не способна уничтожить весь мир, не так ли? Портала не видно, и даже если удастся найти его, шар забрала тень, а другого у меня нет. В тумане движется нечто еще. Когда оно выходит на охоту, я вижу яркие огни и слышу его крики. Не думаю, что оно живое. Интересно. Что-то, оказывается, из тумана выходит. Вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана, да, как в считалочке. Буду резать, буду бить, с кем ты хочешь подружить, так, по-моему, было. Видимо, это профессор Герберт. Да ты чё? Естественно. Проклятие, я не могу остаться здесь заперти, только не это, должен быть выход. Почему ты должен остаться в заперти? С чего ты взяла, что ты останешься здесь в заперти? Непонятно решительно. Необходимо все изучить, дабы отыскать обратный путь. Однако шаг в туманную дымку подобен шагу в омут. Я блуждаю посреди океана смутного шепота. Нужно заставить их замолчать. Неужто это те, кто обрел здесь последнее пристанище? Или моя собственная паранойя? Мой план таков: сосредоточиться, очистить разум, шагнуть вперед, как можно быстрее все изучить, а потом вернуться. Дело предстоит не быстрое, но боюсь, это мой единственный шанс. Ну, может быть, может быть. Это мы читали? Да, это мы читали. Все, что здесь почитали, все. Теперь... Вот она. Таси, ну что ты такая беспомощная? Перешагнуть не можешь, что ли? Ну смешно просто. Здесь, я так понял, нам больше ничего делать не нужно. Или все-таки отсюда как-то выходить? Ну явно не отсюда. Давайте посмотрим. Ну что-то как-то очень нам он скудно показывает, куда выходить, пока не светится. Вообще нас не информирует, но я думаю, сейчас надо будет пройти вперед, чтобы он установил связь с этими вратами, или что это за дырки, через которые мы проходим. И тогда мы пройдем. Я просто думал, что еще здесь найду сюжетная, но, по-моему, нет. Ничего здесь больше не найду. Ладно. Вот. Ну что такое, Тася? Ну почему ты такая беспомощная, а? Вот. Идем. Идем. Чтобы найти выход. Среди этих вот, как они там, дырок. Как они там называются. Правильно делаем? Нет, неправильно. Все потухло. Да, дырки в стенах. Я так их буду называть. Дырки в стенах. Здесь тоже ничего? Да нет, что-то есть. Мне туда надо, я так понял. А пришел я ж вдоль стены, правильно? Вдоль стены. Сюда она запрыгнуть не может. Таси, ну спрыгни. Хорошо. Ладно, допустим. Сюда тоже не может, правильно? Да, не может тоже. Туда надо. Как-то попасть. Это очень интересно. Бегать здесь сложно будет, потому что непонятно, куда бежать. А здесь что? Есть что-нибудь? Нет здесь ничего.
Ладно. Может так получится отсюда как-то пройти. Тут вроде много всего. Вот так. Иди, Тася. Я слышу. Звук есть. Но сейчас он что-то прекратился. Затих. Нет, не затих. Идем дальше. Вот он возобновился опять. Где? Как, черт побери, здесь можно хоть что-то найти? Не знаю, Тася. Я себе этот же вопрос задаю, не поверишь. Ориентируемся на твой амулет. Где? Нет. Ну-ка, вот так, если... получится. Вот что-то вроде есть. А, слава богу, выглядит обнадеживающе. Выглядит-то да. В принципе, я чую это. О, нет. А это что? А это еще что такое? Пришеф, нажав ЛС, вы передвигаетесь тише и незаметнее. Хорошо. Ну, пока ничего хорошего, но, видимо, нас будут ждать какие-то неожиданные встречи. С непонятно кем. Чтоб понять бы, с кем. Пока тихо. Это кто? Ага. Это какие-то... Или это ж... Это кто? О, Господи. Я не совсем понял, кто это. Мертвые, не мертвые. Хрен поймешь, кто это. Видимо, вот от них мы прячемся. Я так понял. Тихо, Таси. Не знаю, Таси, что с ними стало. И я опять себе задаю тот же самый вопрос. Что и ты? Что это? Надо ли тут вообще идти на корточках? Но я страхуюсь. Я слышу звук. Давай, давай. Что такое? Ну, а, так надо. Тебе надо строго определенным маршрутом. Все погибли. Кто это такие вообще? А ну... Да нет, не обязательно. Что здесь действительно можно разглядеть? Вот. Теперь я так понял, вот так. Спорное, конечно, решение вот это вот в темноте передвигаться. Ну ладно, хрен с ним. Потому что оно как-то лором объясняется потом. Пока я не понял, зачем это все нужно. Может, что упустил? Напишите в комментариях, что я упустил. Ориентируемся на свет. Ну-ка. Нет, 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 нет. Я думаю, вот сюда. Здесь.
там. Черт. Что происходит? Тихо. Надо отойти? Или что? Тише, Тася, вот есть свет, успокойся. Вот, это пойдет тебе в качестве успокоения? То есть вот здесь надо передвигаться тихо, что ли? Видимо, да. Потому что, ну хотя до этого я шел не на картофанах, а в полный рост, и ничего не происходило. Я не знаю, зачем это нужно. Пока нету желания ставить эксперименты. Амулет, успокойся, пресвятая дева. Что могло здесь произойти? Не знаю, Таси. Нас это должно интересовать в последнюю очередь. Мы с тобой докуда-то пришли до очередной стенки, через которую мы путешествуем благополучно. Съезжаем. Куда? Ну это уж получше. Прям вот вообще отлично. Так, это мне кажется наша комната. С моим мужем, Салимом. Обед готов. О, что тут у нас? Я еще не закончила. Кошмар. Просто ужас. Да ну тебя. Она же там рисует, да? Главный чертежник. Я должна вспомнить. Найти Салима. Нет, друзья мои, мне что-то кажется просто, как я и говорил, по-моему, поехала она окончательно. Салим. У окна? Замерзнет же. Тут не холодно. Для Парижа в самый раз. Ну хорошо, я замерзну. Ладно. Приключения Алисы в стране чудес. Так. Это мы посмотрели. Книжка детская. По времени заканчивать надо. Ну, давайте еще чуть похожим. Походим, посмотрим, что это. Ну, это они. Салима. Документы меня не волнуют. Такой церемонии вполне достаточно. Я люблю тебя, Салим. Надевай уже это чертово кольцо. Ох, сердце мое. Сейчас надену это чертово кольцо. А ты наденешь мое. А это что? Она ж чертежник, да, по профессии у нас. То есть я чертежница по профессии. Здесь? Ничего. Почему такое искаженное у меня в этот восприятие комнаты? Как будто бы я... Пьяный, что ли? Салим, глазки крепко закрывай. Салим, баю-бай. Я здесь. Нет, а лица не видно. Возьми дитя. Элис? Нет, Элис. Что-то у меня геймпад вибрирует, я не понял. Что происходит? Нет. И опять развалины какие-то. Что это? Господи. Какая жесть. Мама. Ну, как раз чекпоинт автоматически сработал. Все, дышит.
Посмотрим, что сейчас будет. Хотя бы. Это я вылетел из пещер. Что? Где? Элис? Салим? Нет, нет. Все казалось таким реальным. Мы оказались на абсолютно освещенном участке. Что-то изменилось. Different. Тело будто не мое. Что за чертовщина? Я как-то потяжелела и в животе что-то. О господи, беременная что ли? Очень мутная история, которую нам предстоит разгадывать и выдвигать версии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.